День 27. Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. С вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Pineview Drive. Да, прошлая ночь была очень короткая. Я думал, мы будем искать отрывки фотографии с помощью ключей. То есть нашли ключик, открыли комнату, получили фотографию. А в итоге-то нет. В итоге надо просто сейчас бегать по всем открытым комнатам и смотреть, где мы можем эти фотографии с вами найти. Вот так вот даже. Ну, по крайней мере, будет теперь чем заняться. А то я все грешил, что очень скучно, все очень скучно, что долго приходится ждать, когда он там скажет, куда нам идти. Либо приходилось ждать целые ночи, а тут тебе на, пожалуйста. Исследуй. Ищи обрывки фотографий, и все будет нормально. Не обязательно нам тут теперь ждать, пока наступит темень сплошная. Будем сейчас тогда везде все по-плотному, по-хорошему искать везде эти обрывки тогда. Так. Что-то надо, кажется, мне фонарик включить. Здесь. А, ну да, это на стату комната, понятно. Здесь нету никаких фотографий. Ну, пока пройдемся, давайте с вами по второму этажу, да? Свечка, тут ничего нет. Ух ты! Ёшкин кот, какая-то... Не пойму, то ли призрак бабки, то ли чего такое. Все испарилось. Так, ладно. Продолжаем поиски фотографии. Тут нету. Сюда. Это у нас часы. Ага. Понятно. Так, давай здесь тогда осмотримся сначала. Спички брать смысла я не вижу. А вот батарейки. Батарейки, ну возьми батарейки. О, молодец, мужик. Молодец. Блин, сыкотно как-то. Так, ну тут вроде ничего нет. Так, я, по-моему, вышел как раз вот здесь вот, да? Ага, точно. Комната с платьями. Здесь нет отрывка. Так, хорошо, тогда пошли на третий этаж. На третий. Вот она. Вот он, следующий отрывок фотографии. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбаба, спасибо за просмотр и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!